Каждый день я пробую себя в совершенно новых вещах. Возможно, это мой самый главный проект. Наш день расписан по минутам. И мы ценим вещи, которые позволяют нам найти баланс. Быть осознанной и экологичной во всем. В питании, в выборе одежды. И форма, и внутренняя гармония. Вещи, без которых не обходится мой день. Прогулки на природе, любимые собаки, неспешные размышления. Это вещи, в которых я нахожу вдохновение каждый день. Время новых вещей. Uniqlo Москва. Открытие 3 декабря.